А это я знаю. Всем привет! Это канал Николая Попова и его новое видео. Да, это лучшее видео на моем канале, оно самое захватывающее, просто топ. Поэтому с тебя лайк, подписка и колокольчик. А еще обязательный комментарий, нам очень важно твое мнение. И инстаграм Вероники я оставлю в описании. Гитарист, да? О, девочки, мальчики, привет. Да, с гитарами. Не, я только учусь, какой я гитарист. Я начитаюсь. А давай, а что умеешь? Как победа не со мной. Как надежда велика. За окном стеной метель. Жизнь в горло занесло. Ага, ну ты сложную песню выбрал, вот это... да? А ты слышал в другом варианте ее, в акустической версии? Нет. Слышал? Как начало высока, как победа не со мной, как надежда нелегка. Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза и вернись, не пропади. Привет. Друг. Слушайте, вот этого чувака пацанок херачить? Что? Брить пацанок или нет? Пацанок его брить нет? Брить вот этого типа? Пацанок? Нет, не надо. Почему? Ну, можно. А зачем вы хотите его брить? Просто так. А может, наоборот, ему длинные волосы? Наоборот, надо бороду отращивать, там, не знаю, больше волос надо. Не, мы думаем, пацанок херак длинный волос. Да. Ну, полностью просто побрить пацанок. И брови все сбрить. Нет. И брови даже сбрить. Да. Им нужны. Длинные, как у тебя, должны волосы? Нет, не как у меня, как у тебя. Вот самый топ прически. Как должно выглядеть мужское лицо, вот, мужская видишь, голова. Вот так зазри, вот так. Он, между прочим, в рекламах постоянно снимается за своей брутальной внешности и в клипах целыми днями. Да, рекламу. Кстати, шампуня не видел? Да, на Шампу его распечатали вот недавно. Он новый контракт подписал на несколько лет. Сколько, 3 года, да? Да. А шайзы что значит? Вот, я знаю одно это слово. Это дерьмо. Вот. Боже мой, Коля. А духаст? Что такое духаст? Ты имеешь, либо если от песни Рамштайн, духаст, типа ты ненавидишь что-то такое. Припев, там еще припев. Припев. Я забыла про припев. Да, мы забыли про припев, давай. Тут должно быть твое соло. Там должно быть мое соло, я его еще не выучила. Обалдеть, ребята, вы из какого города? Мы из Москвы. Да. Все, решено, еду в Москву. Так вы актер или артисты, или как это? Ну да. Ну мы музыканты, да, там в Коле еще по совместительству танцуют. Когда как, мы иногда, я играю, он танцует, иногда мы дуэтом играем. Иногда я пою,
Но я пою плохо. А Коля хорошо танцует. Да ладно. Да, я очень плохо пою. Давай я что-нибудь спою, сыграю, ты станцуешь. Давайте на камеру. Давай. Видишь, я уже завелся. Я уже вижу там прям... Тебе не нравится дым, черт с ним, убивает слова кругом голова, ты разносит молва по дворам, что между нами чувава. О чем с тобой говорить, потеряли нить, мы с тобой перестать и дома спать, нас не измерить на глаз, а сейчас зачем мы давим на тормоз, не на газ. Ну, как-то так, да. А еще говорят, петь не могут, а? Друзья, напишите в комментариях, какие вы песни хотели бы услышать в следующем ролике. И не забудьте про лайки. Да. Четко? Четко, тебе понравилось? Да, четко. Четко вообще, супер. У тебя очень классно получается говорить слово четко. Прям бомбически. Тебе очень идет. Давай еще раз. Да, давай. Давай. Мы ждем. Прям четко. Блин, ну это... Давай еще. Листают, ищут. О, сыграйте что-нибудь, пожалуйста. Привет. Как тебе твои пельмешки, нравятся? Вообще балдеж. Супер, да? Ты язычком вот так вот еще их так лизни. Обязательно. Смотри. Супер. Покажи. Круто, круто, круто. Давай сыграем еще. Так. Как вам понравилось? Понравилось? Вообще красав. Скажите, супер, да? Прям вообще, прям мощно. Отлично, супер, да, прям? А пельмешки с каким вкусом? Краба? С каким? Майонез, соус, приправа и мясо, и самое тесто. И как, вкусно, вкусно? Привет, ребят, можете, пожалуйста, сыграть песню «Кукушка»? Конечно. Умеете, да? Классно, хороший выбор. Обалдеть! Круто, ребят, правда, очень круто. Офигеть. Мы все просто... У нас тут дед спит, мы не можем орать, поэтому вот так вот. Классно, классно, классно. Пачка у тебя крутая. Привет. Очочки. Как тебе мои очочки? Yo, everybody, come on. Тебе нравится? Да, я могу, чтобы писаться в вашу компанию, делать все вот так, но у меня маленькая укулеле. Идеально вписываешься в нашу компанию. Да. А что ты умеешь играть? Или я могу еще принести большую бандуру под названием виолончель, которая уже обканала все мои нервы. А ты хочешь что-нибудь сыграть? Сыграть? Ну? А, я плохо играю. Слушай сейчас песню. Он так старался, он писал, он учился 20 лет. Это просто
Я не знаю, низкий поклон. Да, Это целыми было днями просто писал, как супер. бы каждый день, вот каждый месяц по одной нотке писал. Чтобы в итоге в самый расцвет сил выдать вот это. А вот это, знаешь? Не, ну я пока слов не услышу, я Да не ладно, ну ты угадаю. вот это точно знаешь. А Ты если первый словами? человек, который не узнал вот эту вот песню. А если со словами? Давай попробуем. Я вот эту песню играл уже Давай. тысячи человек, и все узнали. Со словами можно сделать? На нашем дворе горели фонари, были танцы, даже я не знаю слов, та-та-та-та-та-та, были танцы, были... Все качало. А так, похоже? Подожди. Мне стыдно, честно. А что ты слушаешь? А Моргенштерна ты слушаешь? А Нойза? Ты не слушаешь Нойза? Нойза нет. И Любэ не А слышал? Моргенштерна слушаешь? Нет. Давай ты поешь, мы танцуем. Только песни от горки вкус. Давай, брат, по-братски, братан. Горький вкус? Знаешь эту песню? Да, конечно. Да, горький вкус. Сейчас надо к ней подготовиться немножко. Слова найти. Сейчас Вероника будет играем? Играть, давай играю, я буду петь. Да. Ну ты готов? Нашел слова там? Да, сейчас нашел слова, давай начинаем. Сейчас. Или это неправдоподобно? Вау, девочки, наконец-то девочки! Аллилуйя, привет! Мы сыграем, мы вам сыграем. Вы что любите слушать? Вы же девочки. Рок. Рок? Рок? Ну, нервы там, что-нибудь такое можно. Нервы? Ты знаешь что-нибудь нервы? Яхта парус, не знаю. Яхта парус. Давай, яхта парус. Поем, давай. Ну-ка, давайте, давайте. Опа! А я обычно да. девочкам играю. Я обычно девочкам играю вот эту песню. Знаете? Английская, да. Классная? Клевая. Привет, слышно нас? Да. Привет, а нас слышно? Слышно. Вы в кинотеатре сидите? О, привет. Ух О, ты, а я тебя знаю. Кого да ты? ладно. Кого ты знаешь? Меня? Я тебя смотрел. Ну да, сыграй что-нибудь по-братски. Да-да-да, тебя. Вчера учил, кстати. Ты знаешь эту песню, кстати? Да-да-да-да-да. Я слышал ее. Не, давай. И там что-то погасили свечи, загадала да, желание. Да. И только в веке.
Красавчик, вот четко. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям. Это очень поможет для продвижения канала. А еще, если у вас есть какие-то идеи, тоже обязательно пишите. Да, обязательно. И также смотрите другие видео, они где-то вот здесь. Все, всем пока.